Здравствуйте, любители вязания! Я вам покажу в этом видеоуроке, как мы будем вязать с вами рюкзак. Как связать вытянутые петли, мотив покажу, и заднюю часть нашего рюкзака. Для этого нам понадобится двоечка крючок, понадобится нитка. Нитку выберите такую, какую вам по вкусу нравится. Я купила самые дешевые по 20 рублей моток. Есть весовые нитки. Вот. Таких мотка нам пригодится 4 мотка. И нам нужно будет замочек под цвет вашего рюкзака. Здесь вот такой небольшой. Смотря какой вы ширины будете вязать рюкзак. Вот эти я вам покажу, как связать такие платочки. Здесь я набрала 44 воздушных петли. Также и заднюю часть 44 воздушных петли вязала. Также вот эти планочки, две планочки. Это у нас будет вверху нашего рюкзака. Пришито. Вот здесь вот мы сами руками его сделаем крючком. Вот. Здесь я провязала 3 ряда. Столбики без накида. Здесь 44 петли, 45-ю на подъем. И в каждую петельке столбики без накида вязала. Потом прошила эти планочки к замочку. Прошила я, откуда начинала набирать петли. Здесь у нас закончилось наше вязание. И здесь тоже так же, чтобы у нас здесь косичная столбик, весь ряд был с правой стороны, столбики без накида, последний ряд, чтобы косичка была вот такая, и с этой стороны. Когда будете пришивать к замочку, немножко тяните. Такую планочку еще связала. Для чего она мне нужна? Для того, чтобы мы здесь будем с изнаночной, с этой изнаночной стороны будем соединять. И получится она у нас вот так. И будем вот так соединять. И здесь закончим. Для этого нам еще надо будет иголочки. Для того, чтобы вот эту часть прикрепить ровно, и чтобы здесь части были ровные. Если остаются, мы будем пришивать их вот так. Здесь эту планочку я связала 184 петли и вязала столбики без накида по кругу. Здесь в каждом с правой и с левой стороны петельки я прибавляла еще, ну вот здесь 2 петли вязала, и здесь 2 столбика без накида, и здесь 2 столбика без накида, и все. И также продолжала ряд столбики без накида вязать. Так. Сейчас я вам покажу мотив задней части нашего рюкзака. Для этого вы набираете 45-ю петлю на подъем, а здесь я связала 15 и 16-ю на подъем петельку. Вяжу я, значит, первую петельку ряда насквозь этой петельки, вдеваю, провязываю столбик без накида, и потом следующую петельку ряда я переднюю часть
нашей петельки. Перед работой вяжу столбик без накида. Вот таким образом. То есть я вот не насквозь ее вот так вяжу, а на себя петельку вытягиваю этой петельки ряда и вяжу столбики без накида. А последнюю петельку я вдеваю крючок насквозь этой петельки и вяжу столбик без накида. Снова разворачиваю наше вязание. В эту же петельку ряда, нового ряда, вяжу столбик без накида, насквозь просовываю крючок. И снова в следующие петельки ряда вытягиваем на себя, на переднюю часть нашей работы. И вяжем столбики без накида. Перед работой петельку вытягиваем. И так продолжаем до конца ряда. Получается вот такой узор. Теперь я вам покажу, как мы будем вязать вытянутые петли. Так, сейчас я возьму ножницы, для этого нам надо будет еще. Здесь вот тоже так же 45, значит 44 воздушных петли вяжете, 45-ю на подъем. Здесь я связала 15 рядов и 6-ю на подъем. Вяжу столбик без накида, первую петельку ряда. Теперь я вяжу воздушную вытянутую петлю. Следующую петельку ряда просовываю крючок, вытягиваю нитку и провязываю эти две петельки. Следующую петельку ряда снова пальчик просовываем, вытягиваем петельку. Две петельки теперь, и мы их провязываем. Следующую петельку снова пальчик просовываем, вытягиваем петельку, снова провязываем. И так до конца ряда. Последнюю петельку мы вытянутую петлю не делаем, а просто ее провязываем столбик без накида.
Это вот предпоследнюю вяжем, вытянутую. А последнюю петельку ряда мы вяжем столбик без накида. Снова разворачиваем наше вязание. Первую петельку ряда мы вяжем столбик без накида. И следующие петельки этого ряда вяжем до конца столбики без накида. Следующий ряд у нас снова будут вытянутые петли. Провязываем последнюю петельку рядом. Разворачиваем наше вязание. Снова первую петельку ряда вяжем столбик без накида. Следующую вторую петельку ряда вяжем вытянутые петли. Провязываем до конца. Следующий ряд у нас столбики без накида. И вот такие, такой вот мотив получается вытянутых петель. Если у вас нет машинки, можете в принципе прошить руками вручную наши планочки к замочку. На следующем видеоуроке я вам покажу, как мы будем вязать цветочки. И мы их вначале, цветочки эти, пришьем сюда. А потом будем только соединять наши планки к рюкзаку. До свидания, до следующего видеоурока.